Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. Хотів запустити стримчик, але стримчик YouTube не дозволяє, якщо в тебе не 1000 підписчиків більше. У мене підписчики 560. Прошу вас підписатися, ось, щоб проводити стрими. Вирішив разом з вами, ось коробка в мене всякі значки прислали на продаж. Хочу разом з вами також пошукати і оприділитися, що ж у нас де тільки коштує. Перший наш значок, це у нас такий ось фокус, де наш фокус, такий ось значок розлів. Зараз подивимося, скільки він коштує на аукціоні Віолеті, і тоді разом з вами розлів. Вводимо поисковику напис розлів. Ось такий ось значок коштує 20 гривень, як ви бачите. Більших їх, в принципі, немає. Ні, є за 9. Ось зараз разом з вами подивимося, скільки ж вони у нас продані. Продані у нас значки. Значки розлів, це у нас вино. Ось розлів 15 гривень. Так що я думаю, що ось за 14 гривень, за 4 гривні в 2019 році. Ну, я думаю, ось за 3 гривні в 2019 році. Я думаю, що сміливо, ось за 11, можна сміливо виставляти даний значок за десятку. А там як вийде. Так, далі наш значок. Теж такий ось великий. Горки Ленінські. Зараз ми вводимо поисковик. Подивимося, скільки ж він коштує на даний час. Горки Ленінські. От є у нас пошук. Є от горки Ленінські за десяточку. Ось. За 12, то есть беремо середню ціну десятку, за двадцятку навіть. Подивимося, що ж у нас продані. Продані у нас горка, горки Ленінські 11,7, 20 рік, 21 рік, усе є 4 гривні. Я думаю, що за десятку можна виставляти цікавий ось такий значок, ціна 25 копійок. Наступний наш значочок, це у нас буде... Буде. Ось такий наш фокус дізнався. Так, Українське товариство охорони природи. 30 років. А щось фокусування у нас не сильно хоче. У нас значок з ціною. Ось 5 копійок. Українське товариство охорони природи. Вводимо зараз. Українське товариство охорони природи. Роди 30 років. Нажимаю Enter. Є такі значки, не дуже вони дорогі. Є 11,16 і 20. Думаю, за десятку також буде. Є за 3 гривні старт, думаю, за десятку буде також. Воно буде виставити. Непоганий значок. Так, що у нас продані? Продані у нас його 1,4 гривні. У 2021 році. В 2021 році було придано отакі ось 6 штук. Я думаю, що старт десятка буде нормально. Так, ну давайте наступний наш. Це у нас вже пішли Кам'янець-Подільський. Кушнірська башта. Такий ось
25 копеек. Кушнірська башта по-українськи написано. Так, переходимо. Пасковік, дивимося. Кушнірська. Кушнірська башта. Кушнірська башта. Таких значків у нас, на жаль, нема, не проданих, не. Так, йдемо до Google. Кушнірська башта. Будемо тільки значок. Значок Кушнірська башта. Так, картинки. Так, Кушнірська башта. Значка у нас такого, на жаль. Значок Кам'янець-Подільськ. Значка щось воно не знаходить. Хоча тут є. Ну, немає, да? Попробую ввести Кам'янець-Подільськ. Ну, так і ось і... Помилка. Поділь. Кам'янець-Подільськ, міська ратуша Кам'янець-Подільська, теж значко у нас тут, звісно. Правда, я правда трошки неправильно ввів. Тут треба нам поставити так. Все одно. Ну, значить, почнемо з старту даного значка. Почнемо зі старту 10 гривень. Вистимо на аукціон Віоліті. Буде цікаво подивитися, скільки можна буде продати. Наступний наш значок, це у нас таке, Молдова, Януарія, Январ. Ціна 25 копійок. Значок Молдова, зараз ведемо поиск. Значок Молдова. Январь. Так, вертаюся до нашого Google, поиск, картинки. Ось є він. Так, зараз подивимося, що у нас тут на молотки. Молотки він є, це у нас молоток русський. Ой, тут дуже довго шукати. Дуже довго шукати. Шукати. Знак зодіака, кстати, да? У нас Молдова, знак зодіаки. Знак зодіаки. Да, знову переходить. Думаю, що то знаки зодіака. Давай знаки зодіака.
даже. Ви нічого не знаєте. Ну, нічого не знаєте. Ну, так що будемо виставляти також 10 гривень. Якщо цінний, я думаю, що хто поціновувач таких значків буде. Буде її за них битися. Так, наступний наш М.І. Кузнєцов. Також у нас з ціною. Так що, зараз ми подивимося, що ж у нас. Щось не хоче у нас нічого шукати. Тому що неправильно я вів. Нічого не знаходить. Звертаємося до нашого дуду. Ось є. Так, такий значок був. Це у нас пошибка він чи що? Проданий за 3 гривні. Я думаю, що можна у нас стартувати. За 3 гривні був проданий. Я думаю, що можна 5 гривень даний значок стартануть. Такий ось непоганий значок. Так що відложимо його в іншу сторону. Ось такий ось цікавий. Лінкор Октябрьської революції. Такий значок з ціною на 10 копійок. Червоного кольору, цікавий. Лінкор Октябрьської революції. Зараз воно. Поисковик. Горн. Октябрьская. Я. По вашим запросам ничего не знаю. Что-то не хочет мне ничего искать. То есть, видим, уже есть, да, у нас уже есть и 7, и 13, и 13, и 7. То есть, я думаю, что за 10 гривен можно будет выставить, продано за 14 есть. Так что, я думаю, что значок за десяточку выкинуть на аукциончик можно будет. Так что, отлажим, не затянем, едем дальше. Что у нас там дальше есть, какие-то такие. Интересные значки. Дальше, что у нас тут дальше? С Новым годом! С Новым годом такой вот значок. Эмали. Какая-то присутствует грязь или что? Значок с Новым годом. Ценник у нас 25 копеек. Довольно дорогой ценник. Значок с Новым годом. Как
какой год не написано. Ох, их тут валом, 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 валом. Ну, вот есть, нашелся. То есть 10 гривен. Сразу нашелся. С Новым годом их таких много. Так что я думаю, это продано у нас за 10. Так что я думаю, стартовать от 10 гривен спокойно можно. По данному значку проданных что-то я их не вижу. Есть разные, разные, разные. Такого я пока проданных нету. Ой, что продаются, нету. Есть только проданных. Так что за десяточку, я думаю, пойдет. Вот. Вот такой вот интересный значок сейчас будет. Это у нас Руссоболт 1910. Такой вот интересный значочек. Ценник 25 копеек. Руссоболт. Смотрим. Болт. Болт 1910. Правда, не, тоже нет. Сейчас заходим в наш Нокс на Google. Смотрим, что у нас тут выдает. Violetti.com. То есть такой, в принципе, на Violetti.com был. Почему он не выбил, у меня не знаю. Потому что нет Руссоболт. 15 гривен был продан в 21, 20, 08, 21 года. То есть спокойно можно данный значок выставлять за 15 гривен. Я думаю, что не быстро, но будет продан. Идем ради интереса. Руссоболт, что у нас выйдет? Значок не выдала, выдала всякие кучу всяких машинок. Вот есть значок Руссоболт, стоит за 25 гривен, кстати, стоят. Так что за 15 гривен, я думаю, можно будет выставить. И без проблем. Здесь 15 гривен, так что выставлю за, ну это синий, у меня какой-то коричневый, выставлю за 15 гривен, я думаю, можно будет спокойно продать. Так, следующий у нас значочек, это у нас Норильск. Такой значок с Ленем, красивый. Тотя без цены. ВХО. Что оно такое? Но цены нету. Фокусироваться не хочет. Надо ложить на руку. Да, ВХО. Норильск. Сейчас вводим. Норильск. Значок Норильск. Такого проданных у нас такого нету. Активные. Норильск такой вот. Такой. Точно такого у нас нету. Да. Нету. Я думаю, что можно стартануть от десяточки. Попробуем. Следующий наш значок. Значочек. О! Тоже какой-то автопробег или автомобили на Т2 1932. Вот тоже 25 копеек цена есть. Вот сейчас ведем, посмотрим, что это за значок на Т2. Так, опять нету.
тоже нету. Ладно. Обращаемся опять к Google. Google. Смотрим. Нати 2. Очень тоже много. Есть и на Виолите. Машинка. Так, за сколько она была продана? Была продана за 23 гривня. Я думаю, тоже стартануть можно. Тоже нам можно стартануть. Видишь, тут поиск выдает. Так что и Нати 2 можно так и попробовать. Чек Нати 2. Продан не видно, не видит. А тут-то он видит. Уже с большой буквы все написал. То есть выставлю с, сейчас попробую с маленьких букв, значок Нати. Попробуем, сейчас нету. Почему он не хочет ничего находить, я не знаю. Выдала Нати 2, 15, 23, 12 есть. Я думаю, за 15 куману выставить, может продастся. Вот. Если за десятку, за семерку проданных. Вот. Ну, даже у меня уже мнение, честно говоря, поменялось. Поставлю я ее за десятку. Так что положим к десяткам. Вот. Смотрим следующий. Так, значок Орбита Алмата, тоже с ценой 15 копеек. Сейчас посмотрим. Орбита Алматы, ничего не находит. Google нам помощь. Есть на Виолете Орбита Алматы. Почему не показывает, не знаю. Значок запродано за 8 гривен. Орбита, может, небольшой, не знаю. Значок. Все равно она не находит почему-то, наверное, срок годности. Ну, срок, когда он был продан в 2020 году, наверное, уже закончился срок сохранения. Так что данный значочек выставим. Но продан за 8. Попробую за десятку ради интереса. Может, потом скину цену. Вот. Следующий у нас значок. Это у нас второй разряд. Бег. Сейчас посмотрим. Так, это не такой. Вот есть такой второй разряд. Что-то за 1 гривню продан. Обидно как-то, такой ценник. Этот, ну, поставлю от пятерки, так и был продан за 1 гривню, в более лучшем состоянии. Вот. Так что попробуем. Попробуем за пятерочку выставить, может продастся. Вот такой вот красивый значок у нас следующий. Значок. Длится трансляция, у нас будет час, сразу говорю. Вот такой значок. Львов, Рсовет, ценником ценник 12 копеек. Сейчас посмотрим. Львов, Рсовет.
значок, продан за 1 гривню. Да, печальная цена у нас, хотя значок такой красивый, такой нестандартный. Выставлен за 11, горсовет выставлен за 3 и стоит за 11. Окончание сегодня, посмотрим, кто-то принимает участь, не принимает, нет, никто не делает. Выставим, значит, данный значок от 5 гривен. Вот. Я думаю, что будет довольно-таки интересненько. Так, следующий наш значочек. Значочек, это у нас значочек Киево-Печерская лавра. Киево-Печерская лавра, ценник без значков, видать, благотворительный, покупался при входе, наверное. Было и в этом месте не раз. Вот сейчас посмотрим. Киево-Печерская лавра. Мягкий знак пропустил, прошу извинения. Нет. Есть значки по 500 гривен. Это тоже значок. Нет, это не значок, это монетка. Значка что-то я не вижу такого. Что-то я такого значка не наблюдаю. Где у нас тут? Сейчас быстренько посмотрим. Жаль, что у нас не можно провести стрим. Может, задали мне какие-то вопросики. Пишите в комментарии. Может, кому что-то надо, я дам ссылочку. Ну, не вижу я, конечно, тут данных значков. Медаль Киево-Печерская лавра. Давайте возьмем. Так. Идем поисковик. Может, где-то что-то мне не хочет искать оно. Киево-Печерская лавра. Ого. Ого. Пошли у нас Библии. Значков. Это мы шаримся проданных. 3 активные лоты. Достойная медаль. Что-то я значков не вижу. Стартану я от десятки. Если будут ценители. Вот. Кто собирает церковную тематику. Я думаю, купят. Вот значок Киево-Печерская лавра. У нас главная звонница. Вот еще. Это медаль. Вот, в принципе, есть вот еще один значок за десяточку. Ну, я же говорю, десяточки стартанем, будем смотреть, что же там будет интересно, как себя поведут. Так, вот, еще один значок Киево-Печерской лавры, сразу такая тематика, тоже выставим десятки Киево-Печерской лавры. Вот это основная, что где у нас, вот что-то похожее. Значок Киево-Печерская лавра, главная звонница. Вот он за 16 гривен, за десятку выставим. Ценник у нас нету. Даже такое самоисполнение. Вот. Так, следующий значочек, не будем затягивать. Так, следующий значок, Луцк. 900 лет. Вот у нас цена 12 копеек. Переходим, смотрим. Вот. Луцк.
500 лет. Так, бутылка только нашла. Вот есть значки. По 3 гривня проданных. По 3 гривня проданных. Стартанем. Ну, продажи сейчас нету. Стартанем от 5 гривен. Не задерживаемся. Следующий. Следующий лот у нас тут. Краснодар. На 15 копеек. Сейчас смотрим. Краснодар. Краснодар. Есть что-то. Бам. Так, куча всего. Куча всего. Куча всего. Куча всего. Ладно, это мы полезли. Проданные активные лоты. Вот автомобиль какой там у них есть красивый. Так, Краснодар такой значок. У нас не такой. У нас похожий. Вот такой у нас значок. 5 гривен. 5 гривен, так что старт 5 гривен. Состояние неплохое. Есть, конечно, изъянчики. Поставим от 5 гривен. Пусть люди повоюют. Если кому-то будет, конечно, оно интересное. Так, с Лениным следующий у нас значок. Тоже такой неплохой. Съезд КПСС. Как мне, конечно, бить? Значит, будем сейчас бить. Хе-хе. Английский. Переходим на English. V-I. V-I. Переходим на русский. С. К-П-С-С. Так, есть такой значок, значит, похожий. Похожий такой. Ух ты, это у нас что такие за ценники-то тут? 399 гривен. Кстати, съезд КПСС. Цена 10 копеек, он тут без ценника. Это тоже космос стоит, не знаю. Не знаю, сейчас посмотрим проданных. Проданных такого тоже, значка такого я, честно говоря, не вижу. Сейчас посмотрим Google. Неужели джекпот? Хотя я, честно говоря, сомневаюсь. Значки с ценником, в принципе, никогда сильно не... Вот он есть, на Виолете был продан. Так, сейчас смотрим. Сейчас смотрим. И что-то меня глюкануло. Есть за 7 гривен. Данный лот был продан. Я посмотрю. Есть сейчас такие лоты продажи. Вводим, вставляем сюда. Значок есть за 7 гривен. Это у нас проданных. Я его нашел. Активных за 14. За 14 гривен. За 12. Стартанем с десятки. Все, вот этот значочек будет стартовать на Виолете с десятки. Вот таких значков. Так, ударник пятилетки. Знаменитый. И много их таких. 9 ударник пятилетки. Я думаю, что не будет проблем с них найти. Пятилетки. Их, ну, в интернете. Так, почему не могу я найти это дело? 9, вот 9, 9, вот 50 гривен стоит. Их тут очень много, очень. Это у нас 9 пятилетки, вот такие вот дорогие, а таких что-то и нету. Тут есть вот такой значок. Вот. Проданных. Ну что, стартанем-то откуда? Ага, есть проданных за десятку, так что, наверное, с десятки
Стартанем. 12. Значит, выбил же 9 ударной пятилетки. И не нашло его. Почему, не могу понять. Ладненько. Вон, вообще за 3 десятки стартанем. Без цены. Так что с десятки будем стартовать. Так, что у нас еще такой вот красивый какой-то такой значокчик. Это у нас что? Львов. Сейчас мы посмотрим. Львов. Так, надо ввести значок, а то он мне сейчас как выдаст. Значок. Ну, я думаю, он, наверное, пятерку. Сомневаюсь, что он больше. А может, какой-то редкий. Львова у нас много, не такой. Не такой, не такой, не такой. Но тут, видать, не такой, не такой, не такой. Пу-пу-пу-пу. Проданное смотрим. Проданных у нас проданных вместе с вами. Увы, нету. Я думаю, что наподобие, вот как этот он. 3, 5, 5, 12, ну, с ценником 12 копеек, я думаю, стартанем, давайте еще Google. Ну, я думаю, старт будет с 5 гривен. Вот. С 1 гривни выставлять я значки не буду. Снимать, что там граться, не будет там таких великих цен на них. Но я таких, честно говоря, что-то значков и не вижу. Вообще не вижу. Но чтобы была такой. Такой. Не вижу я такого значка. Я думаю. Стартанем с 5 гривен. И пусть кто там разбирается, за него бьется. Так что 5 гривен старт будет. Вот. Круглый значок у нас следующий. Так. Чемпионат мира по футболу. Италия, 1990. Может, ведем Италия на чоке. Может, мне выдаст что-то. Ничего мне тут не выдало. Активные лоты. Ничего мне не выбило. Давайте в Google зайдем. Это что-то мне сегодня подводит. Ставить. Вот значок. Такой вот он, этот значок. Он на Алексе. Не, на Алексе не такой. Так, значок футбол, чемпионат мира Италии. 10 гривен он стоит. Так что, я думаю, с такой сцены и стартанем. Сейчас ради интереса проверим на Виолете. Ой, продание. Два нам надо убрать. Значок, футбол. Чемпионата мира по футболу. Может, что-то выдал. Да, выдал такое вот похожее.
Ну, у меня не такой значок, трошки другой. Проданных у них 8-10. Тут у нас не такой. Тут 2008 год. Так что за десяточку, я думаю, что можно будет выставить на продажу. Пусть идут, пусть люди торгуются. Там будет интересненько. Так, еще у нас какой-то есть. Москва. Такого значок. Москва 80. Олимпийский. 23 копейки. Я думаю, может, значки по Олимпиаде вообще. Вообще очень популярны. Сейчас мы посмотрим. Москва. 80. Ох, и кто-то это, ох, ё-моё. Так, ну, не сильно недорогие, вот по десяточке стоят. Так что можно будет с 10 стартануть. Москва 80. Вид спорта. Москва 80. Ну, видите, все по десятке, в принципе, с десятки можно. Вот Москва 80. Вообще за 2 гривни было продано в 2019 году. Вот, десятки стартанем. Не хочу продешевить. Значок реально классненький. Вроде бы я видел еще где-то один такой похожий. Сейчас мы... Да, вот есть. Так, тут, правда, Таллин 80. Ну, ладно. Этот по десятку. Я его дешевле продавать никак не буду. Тоже такой довольно-таки тяжелый. 23 копейки. Ценник. Тоже Таллин. Таллин 80. Тоже олимпийский. Сейчас идем. Поисковик. Таллин 80. Ну, таких нету. Активные лоты тоже нету. Так что я думаю, стартанем тоже с десятки. Их там, вы видели, их там было. Вот. Вообще за гривню продались. Но вот это довольно-таки тяжеленький. Таллин 80. За десятку стартанем. Я думаю, будет интересненько. Так, что у нас тут еще есть интересного? Здесь интересного много. Хочется такое что-то эксклюзивное. Вот такая вот эксклюзивная штучка мне попалась. Вот. Кращий боец выборів 2007. Сейчас мы подивимся. Боец выборів 2007. Опа, что, есть такой значок. О! О! Он, правда, был красиво упакованный, но Алеш продан за 79 гривень. Активных нету. Старт 70 гривень. Как говорится, наш небольшой джекпотик. Стартанем от 70 гривень. Продадим. Все-таки есть тематика, кто... То есть товарищи любят. Так, где-то вроде еще один такой у меня здесь был, как видел боковым зрением. Вот, хотел бы сразу их. Сразу два, ладненько. Где-то его не видно здесь. Потом попадется, покажу. Тут какой-то вот такой вот есть. Красивый. Есть. Вот такой вот еще. Юлия. Блок Юлии Тимошенко. Кращий боец выборів 2006. Так, ну старт был 70. Может, я попробую. Нет, я попробую этот значок от сотки. Все-таки попробуем. Пусть постоит. И сейчас нету. Кращий боец выборів 99 гривень. Проданный. Так что за соточку выставим. Активных лотів немає. Так що наш джекпотик, вот этих вот 2
две штучки. Будем выставлять по 100 гривен. Так, не задерживаемся. Ну, возьмем вот этот такой значок. Это у нас первый один, я уже не помню. Сейчас ведем знак 1. Это у нас знаки уже. Это не значок, а знак 1. Так, знак 1, вот он. Есть армейский знак. Булавка. Булавка у нас не булавка. Класс булавка. Лот номер 5. Да, вот такой вот. Он довольно-таки тяжелый. Старт 25 гривен. За 20-ку стартанем. Чтобы долго не продавать. Я думаю, люди заберут. Есть за 30-ка, есть 20-ка. То есть состояние неплохое. Стартанем. Вот и будет нам счастье. Ну, давайте еще такое посмотрим. Это у нас уже легенькая какая-то. Отличник советской армии. Вот, как всегда. Отличник советской армии. Уже, походу, я такой продавал. Да, старт 15.35. 15 гривен стартанем. Вот, и будет проданный. Что у нас по проданным, кстати? Проданных у нас 50 гривен есть. Отличник советской армии. Чё ж так дорого-то? А, он на закрутке. Так, он на закрутке. Тут есть вообще за гривню. Такая обычная булавка у нас такая. Более моднявая. Вот 30-ка. Вот. Тут на закрутке. Здесь он вообще за гривню продан. В 19-м году. Кто-то кому-то не повезло. Отличник советской армии. Лот продан за 10-ку. 20-ку, я думаю, можно будет стартануть. Пусть собирают. Пусть себе ложат в коллекцию, кто хочет. Так, ну что ж, у нас уже осталось 10-минутка. Сейчас посмотрим, что у нас тут еще такой вот какой-то такой интересной формы значок. Вот, Динамо. Походу, да? Что у нас там? Ух ты, ё-мо. Динамо Тбилиси. Цена 54 копейки. Довольно-таки дорогой значок. Динамо Тбилиси. Вводим поисковик. С этого и смотрим, что у нас. Ого, как много выдало всего, как много всего выдало нашего значка Динамо Тбилиси. Вот Динамо Тбилиси, 5 гривен, футбол. Так что, увы, недорогой оказался значочек, хотя такой интересной формы. Так, сейчас мы глянем, интересно, есть ли у нас активные лоты по данному значку. Есть 15 гривен. Ну что, попробуем с десятки стартануть. Вот есть десятка. Попробуем с десятки все-таки его стартануть. Может, кто-то купит у меня именно, а не у того товарища, кто его ставит. Так, следующий наш значочек, это у нас города-герои, Севастополь. Сейчас введем, посмотрим с ценником. 25 копеек. Вот. Севастополь. Ну чё так сразу? Ну, может, Севастополь, все правильно. А, ошибка, Севастополь. Прошу прощения. Так, вот, значок Севастополь у меня какой-то зелененький. 5 гривен. Проданных есть по 5 гривен, так что с пятерочки выставляем.
Данный значочек пусть идет кому-то в коллекцию. Следующий на значочек, какой-то тут такой кругленький, кругленький значочек есть. Это у нас с Новым годом. С Новым годом вот такой вот значок. С Новым годом. Цена 25 копеек. Довольно-таки дорогой, конечно. С Новым годом смотрим. Проданные кругленьких таких не вижу, но вот что-то подобное, 5 гривен, активные лоты, сейчас посмотрим, с Новым годом, плохо, что на значках не написано какой год, вот, нету, значит, старт 10 гривен. Может, коллекции у кого-то нету. Будем выставлять. На продажу какую-то такую здоровую. У нас есть значок. Ай, острый. Так, у нас тут такой вот значок. Это 20 копеек. Военный мемориал Кишинев. Цена 20 копеек. Сейчас вводим. Нету, не нашло мне такого значка. Ой, обращаемся сюда. Есть крафт.ua, он стоит. Ну, посмотрим по крафт.ua, сколько он там стоял или за сколько он там стоит. То есть стоит он за 4 гривни. Так что дорога ему за 5 гривен. Продаваться на аукционе. Так, тематика у нас космос. Тематика космос. Восток 3, Восток 4. Вот такой вот значок. 4 август 1962. Ведем август. Что у нас выдаст? Вот есть он за 7 гривен. Он тут не один. Есть два. Один за 10, один за 7. Состояние у меня, конечно, моего значка не ахти. Так что я думаю, правда, он без цены, да? Да, он без цены, ММД. Вот. Интересно, здесь у нас что? То же самое ММД. Убитая. Жаль, что убитая сама. Кстати, активной продажи их снимаю. Выставим за десятку. Все-таки кокосом тематика. Очень популярная тематика. Попробуем. Выставить. Попробуем. Чтоб потом не было обидно. Так, олимпийская какая-то, Киев 1980, вот такая вот штукенция, цена 25 копеек, сейчас я быстренько посмотрим, остается у нас эфира. Так, вот олимпиада, 5 гривен. 15 есть, кстати, кто-то выставил. Вот десятка, я думаю, навряд ли кто-то возьмет. 5 гривен ему цена. Сейчас посмотрим проданные.
Проданных. Что-то я его проданных вообще не вижу. Что, неужели никому не надо? Есть проданные за 2 гривня. 5 гривен цена. Выставляю на аукцион. Волите. И пусть люди воюют. Так, такой вот значок. Марс 2, Марс 3. Падает это. Ценник есть у нас. Да, ценник есть. Так, неудобно вместе ценник. Так что ищем. Марс 2. Ради интереса, что у нас покажет. Марс 2, Марс 3. Значок есть. 7 гривен. Космос. Проданных 7, 8. 1. Тут умудрился купить совсем. 7, 8. Активная. Марс 2, Марс 3. Их очень много. Старт будет, значит, 5. Их очень много. Есть вообще за 12, 17, 40, 11, 15, 29. Старт. Сделаем старт. 8 гривен. Так, и практически наш эфир практически подошел к завершению. Впервые в мире вот такой значочек, мини значочек. Впервые в мире ценником. Здесь летчики на летчике гоняют. Сейчас ведем. Впервые в мире. 10 гривен данный старт. По десятке не продаются, видите, все. Ценники 10, 4, 2, 12. Стартанем с 10 гривен. Пусть постоят, посмотрим. Космическая тематика всегда была популярная. Ну и на завершение нашего сегодняшнего эфира. Зист Компартии Украины. Вот такой вот у нас значок. Ценою. Вот. Сейчас подивимся. Компартии Украины. Значки по ВОГО. Значки серьезные. По что? 100. Ух ты, это сколько же мне мой-то продать, а? Активнее. Это сколько же такого? 25 гривен. Стоит. Выставлю я свой за 25 гривен. Пусть люди поторгуются. Если они будут торговаться. Вот. Выставим за 25 гривенников. Так, ну и последний. Все, последний. Закрываем нашу сегодняшнюю эту. Спутник Метеор. Такой вот значок. Спутник Метеор. Цена есть. 11 копеек, по-моему. Спутник Метеор. Смотрим. Спутник Метеор, короче, стоит у нас 5 гривень, коштує. Их, это у нас их валом.
Так що буде даний. Завершимо даним значком. Вартістю 5 гривень. Буде виставлятися сьогодні на аукціоні. На аукціон Віоліті. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Наші залишилися на наступний раз значки. Ось. Разом з вами їх подивимось і виставимо на продаж ці значки, що тут предоставлені. Всім дякую за увагу, прошу підписатися, поширте відео, щоб більше людей бачили, щоб я зміг робити трансляції з монетками, з різними речами. Всім дякую за увагу, до побачення.